Всем привет, ребят! Ну что, вот и появилось обновление на нашем русском сервере. И сейчас мы разберем его, что и как. Заспанный я капец, но сейчас мы будем все разбирать. Так, новая фракция героя, вот так вот называется. Наше новое здание. Честно скажу, я уже рассказывал вам, бомбил насчет этого немножко. Неудобно убрали у нас все-таки артефакты, и это очень печально, потому что, во-первых, упала сила, во-вторых, самое основное, у нас теперь нет выбора, что ставить герою, выбирать, как он будет себя проявлять дальше, и, в общем, все очень-очень печально оказалось, ожидалось, что будет все совсем по-другому, но, к сожалению, IG решила нас выбора, и не знаю, будем смотреть, как будет дальше, но это все не так, не то, и будет очень много недовольства, об этом я уже говорил. Многие пока это не смогли протестировать с нашего сервера, но на китайке я уже это затестил. Вот эта фракция. Завершить. Многие искали благосклонности смотрителей. Вот эта благосклонность, в общем, локация вот эта вот, в которой надо проходить вот эти вот волны, скажем так, 36 их всего, ради вот того, чтобы получить камни и прокачать наших стражей до 36 уровня. Что я вам могу сказать? Локация не очень легкая для донатов, тоже не очень легко все будет. Для обычных игроков будет все тоже очень и очень печально, с этим вы тоже столкнетесь. На прокачку этих артов надо много ресурсов, орденов, скажем так, и камней. Эти камни получать можно будет здесь, с определенным левелом прохождения. Прокачка не зависит от уровня прохождения, об этом я уже показывал, рассказывал. То есть вот такие вот дает статы. Стандартные, каждый хранитель, то есть у нас их есть три: пророк, святой и борец. Потом подавление увеличивает урона на 7 героям и пророка на 10, уменьшает получаемые от них на 9. То есть это второстепенные против других фракций. Против каждой фракции свой определенный, скажем так, страж. Вот, наносит урон трем вражеским героям, то есть что именно дает он, тоже разные прокачки. Вот, если количество героев одной фракции превышает количество героев из другой более чем, то активирован будет смотритель. То есть если у вас будет большинство, у вас будет работать этот скилл, не будет, не будет. А набор энергии печальный, я об этом тоже уже в принципе показывал. Ну, я больше эту фракцию, ну вообще фракцию этих стражей разберу вам в отдельном видосе, чтобы вы понимали, что и как, к чему. Предупреждаю сразу для тех, кто еще не в теме, не забирайте компенсацию за артефакты, у вас сразу сила упадет, минус там 9000, и все будет очень печально, потому что силу прокачивать очень сложно. Так, смотрим дальше, что там у нас еще новое есть. Игровой режим «Древные испытания» показывал. Талант бесплатный. Вот он есть талантик. Сменить бесплатно. Вот так вот он выглядит. Каждые 24 часа. Это огромнейший плюс. Однозначно. Так, что там у нас дальше? Буду я сейчас вам так постепенно отсюда показывать, чтобы рассказывать. Субритания. Вот так. Субтирания. Вот так вот Субритания еще не проснулся. Называется «Новая судьба», о ней я вам показывал, уже тоже рассказывал, вот она находится. Отсюда интересно Асура, конечно, и Ронин посмотреть. Давайте, и Сердцеедка. Я покажу этих трех героев, как они меняются на 12-м. Так, Асура, Ронин. Вот Ронин наш. Десятка.
Такая вот выглядит 600 урона, шанс крита. А вот увеличивает точность каждые 3 секунды. Вот так вот. Дополнительно. Четыре с половиной из 6. Кулдаун 4. Тут, в принципе, ничего не поменялось. Увеличился урон. И вот тут точность на 20. Ну, такое себе, я вам скажу. Не ахти. Так, дальше. Сердцеедка. Вот это интересно. При этом уменьшает их атаку. Уменьшение атаки на 3 секунды. И энергию на 25. Вот это огонь. Восстанавливает больше здоровья. О, уменьшение на 35 на 3 секунды. Энергию на 25. Кулдаун. Вот это вот интересно будет. Сердцеедка станет очень-очень интересная. Ну а дальше уже там ничего не меняется. Да, вот сердцеедка интересно. И Асура. Где-то я уже его пропустил. Остальных, честно говоря, смысла даже не откачать. Так, где наш Асурик? Асура, Асура, Асура. Вечно я теряю их всех. В общем, ребята, держитесь. Вот наша Асура. Тут просто увеличение и снятие энергии на 25. Ну, такое себе. Ну, самое основное, вот это вот чудо. Реально кайфовый герой. Его уже показывал. Назвали у нас Махатма. Вариантов прокачки очень много. Я вам выбросил практически все таланты уже. Еще на основе потрешу и покажу с некоторыми отдельными талантами. Герой действительно кайфовый и достойный. О нем я уже, в принципе, тоже вам рассказал. Так, новый талант покажу вам отдельно. Офигенный талант, но специфический для некоторых героев, для всех он, конечно, подойдет для многих, но прокачивать его тоже особо смысла для всех нет. Ну, облики показал, облик для нашей Фреи новый и для заклинательницы. Ну, Фрея, не знаю, мне понравилось. Кто не видел, посмотрите, я уже видосик этот сделал. Вот так вот она выглядит. Ну, смотрится очень-очень круто. И заклинательница вот так вот. Не знаю, там будет она у нас сегодня, не будет. Нет, к сожалению, нету ее. Возможно, где-то здесь в акциях сегодня. Вот сегодня еще и коллекционер. Ничего себе, за Махатму дают священный огонь. Вот так вот. Нифига себе. Интересный, интересный сегодня рынок. Надо будет так тратить с выгодой, даже есть. Открыть сундук. Станет химиком. Ну, в общем, интересно. Будем сейчас выбивать это все, пробовать. Так, что дальше у нас есть? Махатма. Архидемона приведено в норму. Ну, это, в принципе, такое себе. Артефакты убрали. Неполадка 100% активации и спасения. Количество слотов в алтаре. Ну, в принципе, вот такая вот обновка, не знаю. Давайте сейчас попробуем паролить. Может, у нас получится выбить новый талантик. Я вам покажу. Вот убрали у нас табличку отсюда. Ничего себе, сразу нам ракушка падает. Вот хранители, кто не видел, а так вот отображается в алтаре по фракциям. Оу, блин, там столько талантов. Теперь надо не так, как раньше, ролить. Надо не спешить, а то можно пропустить то, что вот он сразу есть. Называется он рвение плюс одна дальность к атаке, то есть плюс одна клетка увеличивает атаку и снижает получаемый урон. Я не помню, там, по-моему, 65 на 50 или на 40. Ну, в общем, такой вот талантик очень-очень интересный. Я уже на определенных героях использую, покажу вам его, но смотрится тоже очень-очень круто. В принципе, ребят, я так вам в основном все рассказал, что у нас уже есть. Сейчас буду вам записывать видосы про прохождение новой локации. Она будет сложная. Надеюсь, на основе будет полегче, чем на Китае. У меня тут выбор получше. Но опять же, артов у меня нету. И сейчас я буду вот так вот сидеть и плакать, как и все
над прохождением, потому что, ну, этого будет не хватать. Все, ребят, вот такой вот был сонный. Еле глаза открываются еще после Дивижена. Не отошел. Всем удачи, участвуйте в всех конкурсах. Ну и выбить всем нового героя. Всем пока.